Здравствуйте, меня зовут Алексей Коробков. Каждое утро я отвечаю на ваши вопросы и рассказываю, как устроена сфера ЖКХ. Почему в квитанции за свет показания отличаются от цифр на моем счетчике? Как в этом случае платить? Индивидуальные приборы учета – это зона ответственности собственника. В идеале вы каждый месяц примерно в одни и те же числа передаете показания во все ресурсоснабжающие организации. Если цифры в квитанции отличаются от фактических показаний счетчика, можно обратиться за перерасчетом. Пригласите специалиста для снятия контрольных показаний. Дальнейшие начисления будут осуществляться на основании акта, подписанного в том числе и вами. Если в итоге выяснится, что вы недоплачиваете, ресурсоснабжающая организация вправе доначислить плату, исходя из реальных показаний прибора учета. Если же сложилась обратная ситуация и вы переплатили, деньги зачтут в счет оплаты следующего периода. Сейчас у всех ресурсников есть онлайн-сервисы для передачи показаний. Используйте эту возможность и передавайте показания вовремя. Хорошего вам дня! И помните, правильный ЖКХ существует.